Bei einer meiner Reisen traf ich einen Schamanen, der mich vor eine Entscheidung gestellt hat. Entweder ein Leben in Deutschland mit all seinen Privilegien, modernen Komfort, geistig gebildeten Mitmenschen oder ein Familienglück, einen fürsorglichen Mann, viele Kinder in Sibirien. Замуж когда вышли? В 52-м вышла и пришла. Приехала и уехала, и все-то приезжала. Но пусть едет, чувствую. Не здешний он был, да? Нет, не здешний. Солдат приезжий. За тихой рекою в березовой роще распустится первый весенний цветок. И я загадаю желание попроще, и перекрестившись, взгляну на восток. Раньше вот ихные, Оля, мужики вообще женщин били, ты знаешь, они убивали. Ой, вот били, так били страшно. Насмерть, ага, убивали. Да еще живок не сдохло. Бабушки говорят, живучие, как кошки. Олю бы раз ударили, наверное, бы сразу умерло. Да. Ну, ты... Никто не умирает. Не сдавай, бей, что попало там, сковородка тем, хуярь. Она сразу поддаст, будет бить. Никакой любви нету. Малина святая, слезами прольется, Христовой любовью исполнится грудь. В это мгновенье душа прикоснется к великой вселенной по имени Ру. А вы знаете, что такое любовь? Кто? Любовь! Фу. Ha, ha, ha.